Александр Васильевич, о, уже ушел. А кто его спрашивает? Ну, его не будите, ему еще предстоит матч Ереван. Новые армяне, новые русские. А вот я, похож на нового русского? Да ты на русского, ты не очень похож. Ну, тогда буду новым казахом. Казанова. Прекрасное место для новой столицы. Точно! Иду вчера по берегу Черного моря, а оттуда 33 собаки баски рыли. Крестовитяска, как там тебя? Берегся! Они что тут такие девушки? О, не забыть бы, что мы здесь по долгу службы. Да это мы всегда переживаем чувства. Чувства долгие, чувства быстро. Ну наш долг. Быстро объяснить россиянам, зачем в Казахстане перенесли столицу. Объясняем? Не знаем! Прошу этого на лицо. И теперь аппарат президента стоит одной ногой в воде, а другой в воде. Жильца, почти так раскорячишься. Наш любимый президент после переезда обещал отдать свой дворец детям. А Минфин в науку. Значит, в Казахстане жизнь налаживается. Студенты Казахстана, как и России, теперь получают стипендию по пластиковым карточкам. Достаточно подойти к банкомату, набрать кодовое слово и деньги ваши. В прошлом году кодовое слово не угадал никто. Учиться надо! Учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин. Ничего я вам не завещал. Это я ручку распишу. А что это за человек? Я охотник, памятка начинающему кротолову. Держи ружье. Для того, чтобы поймать крота, возьмите свежую дюймовочку и не очень свежую, может даже больную ласточку и ждите весны. А зачем тогда ружье? Чтобы выстрелом оглушить крота. Слепой, а к тому же еще и глухой крот. Легкая добыча даже для начинающего кротолова. И восхитительно любое утро с ароматом кофе ягодным. А я вот с утра якобы не пью. Миллионы предчитай во всем мире доверяют Петрухе. Но главное сухо! Маньяк объявился. А ты что, маньяк? Ну вот, наверное, такой же маньяк, как маньяк, но такой сексуальный. Алло, господин Назарбаев, мы нашли место для новой столицы. Что? Согласие народа? А когда вы его спрашивали? Ну что он говорит? А говорит, что народ будет кусаться, фрикаться, кричать, я буду жаловаться. Вот, и обращайте внимание, перенос столицы это... Старинный! Обычай! Если б я был султан, я накрыл бы этот стакан по размеру, как сочинский пляж. Переплыв океан, казахстанский караван завершает веселый заряд. И плохо очень клюют все груды, гораздо хуже с другой стороны. На сцене Красноярск 45. А вообще-то в нашем закрытом городе свадьба проходит с венчанием.
Ну кому он нужен, рыжий Мерседес? Я подруги из Германии письмо прислал. Теперь я точно знаю, что в Германии все разминировано. О, смотри, вот так и пишет. Мин Херц. Thank you.
щелк качается, вздыхая на ходу. Корито вот кончается, сейчас я упаду. А капля героина пробивает лошадь на хихи. Ребята, а вы говорящие? Да, ух ты, слышите, мужики? А можно вас с вашими девчонками сегодня вечером в ресторан пригласить? Нас? Да! С нашими девчонками? Да! Конечно, можно! Отлично! Только вы обязательно приходите. А то у нас с ребятами ни денег, ни девчонок. Эх, ребята, хорошо-то как! Не поверите, я в Сочи первый раз! Поздравляю! Ну, хотя лично я этим еще и в Киеве занимался. Сейчас все об этом лучше скажите. Что там вверху за объявление висит? Не вижу, не достаю. Для работы в мини-пекарнях срочно требуются... Карлики! Ну, я пошел. Москва! Амстердам! Москва! Амстердам! Москва! Вот так вот, наш интеллектуал часами может играть в города! Зоопарк пойди. Больше всего... Мы понравились обезьянам. Хорошо, хоть обезьянам понравились. А вот я, ну сколько не пытался с семьей обзавестись, так до сих пор и не обзавелся. А чего? Да не каждая семья захочет, чтобы у них в доме какой-то мужик жил. Музыкальную радиопостановку «Буратино и Дятлы». Как вам повезло? Вы даже представляете, как вам повезло? Здравствуйте, здравствуйте! Я представитель канадской оптовой компании. Это как раз то, что вам нужно. Это самое необходимое для вас вещь. Какая? Это ваш сын. Да! Он уже практически ваш. Вам стоит купить у меня этот нож, и ваш сын ваш. Какой же он мой? Как? Ведь даже его мать утверждает, что это ваша работа. Да это же жалкая пиратская копия. Хорошо, возьмите тогда тещу, БУ, но в хорошем состоянии. Пробег всего 20 тысяч километров. От кого? От зятя. Да. Здравствуйте, здравствуйте. Как вам повезло? Вас на христианское собрание. Выручил спас! Хорошо у вас! Тёплый. А у нас и мороз. Градусов на 20. Вот! А хотите, я вам покажу, как такой мороз белочки, парни орешки просто. А то при докторе болит, ой, все под деревом сидит, ой, и одно только слово твердит. Я пришью тебе новые ножки. А за эти бедняга? Нет, нет, не надо, мне уже этих 40 хватит. Ну что, современных детей сказками не удивишь. Реклама, вот что они смотрят. Точно, стоит как-то курица перед бульонным кубиком Калина Манка и говорит: это ж какой у тебя петух, что он тебя так утрамбовал, а? Ворова, Пресняков! Взял и нажался с Кристиной Арбакайзе. А что, почему? Почему? Ну так вот, летом на дачь, утром коров подоить, свиней покормит, а Кристина что? 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 Вспомни детство. И одиноко стоит посреди огорода.
У меня создается такое впечатление, что тексты песен Татьяны Осиенко пишет дальтоник. Чего ты взял? Ну так смотри. За розовым морем на синем побережье в горах притаился зеленый городок. Сделала. Да приятный лунгонец.
понимают в настоящем искусстве. Подстраняйся, сыграй! Белое, 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 черное. Черное, 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 белое. Два черных, два белых, и да, белое, черное. А ведь есть же где-то настоящие мужики. Вот из-за таких мужиков у нас на Украине упала рождаемость. А что мы держим поднять? Надо пойти в народ. Народ, мы идем. Смело, правда? А вы еще смелее вот. Странно, не встают. Устали, наверное. А мы недавно вернулись из поездки по дружественной американской стране и ее народу. Кстати, теперь полиция Соединенных Штатов называют людей ниже 150 сантиметров. Их так и называют. Оп! Ребята, граница! О, да можно! Шедрику, Петрику, я таможник Петрику! Таможую, таможую, бо вас я грошу! Эй, я тут! Не кричи! Мы тебя хорошо слышим! Охотник, говори мне так! Да, да, хочу! Нет! Охотник, Жигули! Такой маленький сержант, а уже Жигули! Да, да, хочу! Нет! Охотник денег! Много денег! Хочу, хочу! Нет! Тогда ты ничего не получишь! Ребята! Наконец-то мы в России! Так никому не нужны! Вы еще не слышали, как мы поем? А вы открыли быстро! Быстро открыли все! Yeah!
возьмем для танцев девку гарную, вот здесь поставим стойку барную. Так получилось, вы бармен. А мы для вас почистим чайники, нас и виртуалы клубы вайники. Поставим ловкого охранника, он всех микробов перебьет. Ну что, пришли? А деньги? Деньги! О, а что, спонсоры нашли? И кто он? Бабу! Ура! Официант, два, нет, три коктейля вам ну ладно, что кушать-то будем? О-о. А вот кушать мы будем дома. Дома это дома. А то он скажет, что с Китая прилетел. Такой табун голодных людей на юге страны. Представляете, что будет с Россией, если китайцы узнают, что в Финляндии дают благотворительные обеды? Спонсор этой шутки, компания Дирол, поздравляет вас с тем, что мы предпоследние. А что это у тебя всю ночь кухонный стол заскрипел, а? А тут ты знаешь, это стол-то. Да что я не знаю, как у тебя кухонный стол скрипел? Кстати, твоя жена умеет предсказывать будущее. Да ну! Да. Говорит, дураком ты был, дураком и помрешь. А вот я купил себе финскую стенку, мягкую мебель, немецкую сантехнику, а? Интересно, где ты взял деньги? Да ерунда. Пришлось квартиру продать. Какая неприятность. А зато я приучаю свою тещу к большому спорту. Домой теперь исключительно через окно с шестом впрыгивает. Такая, подожди, у тебя ж на окна решетка. А вот так она и впрыгивает. В одной руке шест, а в другой напильник. Интересно, а почему женщину неприлично спрашивать о воздухе? Ну, представь, бежишь ты в постель, сигарет, и так извините спрашивать, ты сколько мне лет-то, девочка? Пришел вчера домой, урезал там коня, вот это макияж, любимая моя. Я вышел на балкон, увидел там коня. Ну, у тебя, сестра, бесценная моя. Вин-по-цитин. А говорят, что от мыла Стейнга умирают не только бактерии. Да, я тоже заметил. Каждый раз его рекламируют все новые и новые люди. Есть масса других поводов для волнения. Я вчера еду по городу на автомобиле. Вокруг ни одного гаишника. Ну я 120! 130! И вот тут они как из-под земли повылезали. Стоять! Руки вверх! Лица коньячный натонал, но ты два шага вперед! А я спал, зачем выходил? Да что такое, сейчас Людмингу там чувак будет! А спал! Опять! Я не за этим сюда приходил! Руки за голову! Расслабьтесь! А вот зевать неприлично, бать! Почему? Потому что с открытым ртом трудно ковырять носу. Кстати, начинаю час гипноза. Закройте глаза. Закройте глаза. Милиционеры, это честные, порядочные и самое главное, абсолютно бескорыстные люди. Установлен новый мировой.
рекорд по вызыванию духов. Его установил Юрий Лонге. Ему удалось вызвать дух еще не умершего Жириновского. Бежал я как-то раз марафонскую дистанцию, 5 километров. Устал страшно. Присел на пенек, дай, думаю, отдохну. И вдруг голос тренера слышу. И садись на пенек, и ешь пирожок. Ай да мой тренер, ай да сукин сын. Где же здесь пирожки-то спрятал? Да, спорт дело нужное. Вот я сегодня утром застрял в лифте. Ну, я прям как в крепком орешке лампу выкрутил, на крышу вылез и стал по тросам спускаться. Ну и что? Да, по-моему, зря я крепкий орешек смотрел. Бог уж эти мне американские фильмы. А вы не знаете, почему переводчик фильмов говорит таким противным и гнусавым голосом? Это что, ты бы еще видел, какие он при этом корчит рожи. Кстати, вы не знаете, чем отличается фильм ужасов от комедии? Ну это смотря кто снимает. Вот, например, при съемках последнего фильма Стивена Спилберга «Курочка Ряба» сцена разбивания яйца была снята настолько живописно, что все мужчины, выходя из зала кинотеатра, кричали: «Смерть мышам!» А то еще что-то осталось? Тогда мы доедемся! Надо жене позвонить. Алло, Миша! Алло! Спасибо! Милая моя, я чего звоню? Я сегодня поздно или вовсе не вернусь. Ну что ты мне сказал? Ну, хочешь, я рискну? КВС сейчас пишу. Да выпрямись и пусть тебе все пернят, что налево хожу. Твой голос, сердце мое, учить меня ведь все равно. Я тебе изменить не смогу, я не могу изменять. Уже три дня. Что ты говоришь?